Сейчас будет лютый контент. Давай темп. Я даже в моменте немножечко напрягся. Бля, Хьюстон, у нас проблемы. Эба. Китай? Япония. Им даже нанотехнологии не помогут. Дожимай, 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 дожимай. Ого, бля. Бодибилдинг пошел. Андрей хорош. Давай как перед Кореей. Еще сделаю. Один. Хороший. Видно, что качается. Идем, тебе на пару минут надо. Отпиздить? Да. Он договориться хочет со мной, чтобы тренировка была легкая. Приветики. У тебя был день рождения? Да. Совсем недавно. Ты уже такой... Не маленький. Не маленький, да. Хочется тебя поздравить и вручить тебе то, что ты так давно хотел. Вообще пиздец. Максимально, максимально премиальный вариант. Супер крутой расцветкой. Рюкзак. Такого ни у кого нет? Ну, ты будешь прям выделяться, тебе честно скажу. Андрюха, спасибо огромное. Я на самом деле последние две недели о нем так думал. Да? Честно, я прям о нем так думал. Чтобы тебя не отставало от трендов и чтобы все знали, что теперь свой, короче, в нашей секте. Сюда квалификация влезет? Да, квалификация, думаю, надеюсь, влезет. Че, давай распаковку сделаем. Жалко даже отрывать, да. Опа. Бля. Именной даже. Охуеть. Да что? Блять, огромное спасибо вам, бля. Все чётенько специально для тебя. Ермак Джуниор, Коч, Классик, Физик. Есть будет еще водичку, пейте, да, водичку. Не болейте. Да. Без суеты. Бля, охуенно. Спасибо огромное, Андрюх. Да, что? Я сейчас на тренировке в нем буду ходить. Да? Так, всем подписчикам канала Андрея Кожакаря огромный привет. Сегодня 18 июня 2024 года. Мы находимся в клубе Море Парк. Сегодня тренировка грудных, дельт, трицепсов. И у нас остается 7,5 недель до старта. Ну, 7,5-8, условно говоря. Сейчас такое время, наверное, самое интересное с точки зрения изменений в форме, когда каждую неделю форма будет становиться плотнее, будет становиться презентабельнее, также презентабельнее для самого Андрюхи, там, с точки зрения именно видения в зеркале. Вот. Ну, если, конечно, не заниматься хуйней и четко контролировать план. Но план контролируется, все идет очень круто. На самом деле, я вот вчера, когда мы снимали тренировку с Витей Симкиным, они немного позировали. Сегодня, кстати, в ролике тоже будет в конце позирования. Посмотрите актуальную форму, там пишите комментарии, оставляйте свои, не знаю, свое видение, да, там, что ему не хватает. Либо там добавил, не добавил, либо как ему позировать, куда ставить ногу, где контролировать, не контролировать живот или что-то еще. Все комментарии принимаем, всю критику принимаем. Я могу сказать вот что. Все сейчас, на данный момент, идет более чем по плану. И я доволен. Я крайне редко, когда могу быть доволен, но сейчас я по большей степени, наверное, доволен тем, как идет процесс и как меняется форма. Для меня это самое важное, что я четко вижу, какая как бы должна быть картина там через 2-3-5 недель, ну и, соответственно, уже к самому старту. В моем понимании, через 4, я думаю, 4,5-5 недель
жира на нем уже не будет, именно с точки зрения тонкости кожи. Затем будет около, наверное, ну, если брать в расчет 4 недели для того, чтобы обезжириться. Потом еще 2 недели для того, чтобы, так сказать, подточить детали, посмотреть уже с точки зрения глубины, кондиции, что где там не хватает и так далее. И потом финальная неделя, она же peak week, неделя, на которой, ну, так скажем, делаются такие тонкие штрихи для того, чтобы уже подвести форму конкретно к старту, к сцене. Вот, вы все это увидите, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Как я и говорил, хорошие и не очень, все принимаем, критику, не критику. Да, в общем-то и все, а нам нужно сегодня потренироваться объемно, хорошо, с хорошими силовыми, потому что силовые, объективно говоря, у него не просаживаются. И это результат, наверное, по большей степени такой хорошей межсезонной, ну, работы в межсезонье, потому что я именно сторонник того, что чемпионами конкретно становятся в межсезонье, как с точки зрения формирования тренировочного цикла, так с точки зрения формирования дисциплины в целом, как в питании, так и в постановке режима. Вот. Поэтому сегодня поработаем. Велосипед изобретать не будем. Сегодня добавим методы увеличения интенсивности. Скорее всего, добавим отдых-паузу в жимовых движениях. Поработаем с хорошим прожимом, потому что сейчас уже важны детали и важен общий тренировочный объем в целом. Ну и, как сказал, в конце выпуска попозируем, посмотрим форму. Так что вперед! Здорово. Сейчас что вторая. Консилиум? Консилиум? Да. Мы тренируемся. Спасибо. Сань, видел контраст? Когда первый друг подошел, он с ним шутил. Ну, это со вторым он нахуй не шутит. Это не обязательно просто. После этого все что-то подзаеваю. Это запасной. Да, так. Нашивку тебе переделаю, я заказал. Потом приедешь, у меня. Хорош? Надо чуть повыше. Такая относительно слабая зона с точки зрения вот, ну, сушки, да? Это задняя поверхность бедра и ягодицы. И это не то, что типа там это индивидуально, а там у тебя там мясо надо еще больше мяса. Вот. С каждым годом, с каждой подготовкой у тебя там будет больше мяса, и там картина будет очень интересная. Потому что если посмотреть твою заднюю цепь, ну вот ты встаешь, ты сводишь лопатки, у тебя спина уже такая волокнистая, а жопа нет. Бицепс бедра, он только начинает точить, там. Точить там надо. Ну, точить это понятно. Именно то, что мясо на спине, например, больше мяса относительно бицепса, бедра и жопы. С другой стороны, ну вот... Ну, мы сейчас добавили хорошо, но надо еще. Да, да, 100%. С другой стороны, вспоминая твои подготовки, да, что ты там много заднюю поверхность и жопу качал? Нет, жопу я не качал. Так вот и все. 4. Один. Кстати. А ты же уже обозначил турниры, да, подписчикам? Да, не удержался. Не удержался. Китай? Япония. Короче, поедем рубиться к азиатам, бля, жесточайшим. Не, ну а что объективно, сколько раз обсуждалось? Ну, если брать их турниры, ну, у них же столько там феноменальных типов.
да. который там в таких пропорциях стоит, с такими талиями, с такими бедрами. Вопрос только в том, что когда я не поворачиваюсь спиной. Вот у азиатов сильные ноги, но слабая спина. Ну, у них сильные ноги, есть реально вот такие фриковатые челы с точки зрения данных. Ты смотришь, блядь, там талия, ну просто пиздец. Ты думаешь, блядь, откуда ты спустился вообще? Вот, а поворачивают спиной, а спина – это приоритет. Поэтому и надо брать только резьбой. Друг, сейчас хорошие 12, также темп. Два. Один. Сам. Андрюх, а у тебя вот сейчас вообще есть, знаешь, ну вот состояние, что ты, ну ты чувствуешь, что ты сушишься в дефиците? Ну где-то там КПД падает, где-то не, впадло что-то. Не, наоборот сейчас растет. Ты же сам вчера видел. Не, я имею в виду с точки зрения общего состояния. Нет, не ощущаю пока дефицит. Значит, поджиматься надо. Да зачем? Если так все хорошо идет. Я шучу, не бойся. Я, знаешь, я словил такой вайб, как перед Кореей. У меня прям такая уверенность и предчувствие такое приятное. Я вот поймал вот эту волну. Я вот вообще каждый день вообще без единого, ну можно сказать, извините за мой русский проеба, короче, прожил. Я вообще прям, я кайфую от того, что у меня не пропущен ни один прям пищи. У меня за все, понятно, что я даже в принципе это не обсуждается, но у меня, ну то есть ни отпуска, ничего не было, мы с тобой даже неделю отдыха не брали за все время подготовки. Ну потому что мы тогда решили немного по-другому. Ну да, это понятно, это просто я говорю подписчикам. И что не пропущено ни одной тренировки, ни одного кардио. Как бы там мне не хотелось, я все вообще полностью отработал. Я вижу результат проделанной работы, мне очень нравится. Меня это еще больше мотивирует, это отражение в зеркале. Как ты сказал, что вот я приеду через 5 недель, вот эта мотивация будет, когда ты уже видишь четкие изменения с каждым днем. Ну, то есть ты утром пришел, к вечеру приходишь, ты уже сушишься. А сейчас через 3 недели еще интереснее. Да, я вот к тому, что и мне все там в Инстаграме, да, в Телеграме много очень мне пишут, типа вообще пипец, лютый прогресс, типа ты что, вы что там с Васей делали? А я ничего такого, знаешь, я там смайлик отправлю, еще что-то. Я не хочу быть, знаешь, вот балаболом. Вот когда я увижу на сцене, что вот, бля, разница в килограммах, разница в картинке, вот тогда я скажу да. А вот до тех пор, пока мы там не сделаем кондиции, я вообще не буду об этом говорить. Вот будет квалификация, значит, все, значит, работа была проделана. Будет квалификация, вопросов не будет. Да. А так, что просто болтать? Надо слова свои делом подкреплять. Один. Оп. Борись. Борис-бариста. Борис-бариста. Его, говорит, не Борис зовут. Подписчики шутят, да? Шутят, да. Ну, молодцы, шутите дальше. Не, я вообще, лично я чувство юмора вообще принимаю. Игры, это я вчера рассказывал. Кого-то я видел в комментариях, типа Ермак там, блядь, шутит много над Кожикарем там. Ну, и помнишь, я вчера рассказывал, где-то в комментариях видел, там, Ермак там много там шутит над Кожикарем, там. Ну, вот это, бля, я про себя, ну, вот я реально думаю, я вот человек с чувством юмора, я не могу, сука, грустно, блядь, жить. То есть, не то, что жить грустно, вот, мне надо, чтобы атмосфера была. Мне нужен, в первую очередь, результат,
и как бы атмосфера, понимаешь? А тут, блядь, ну, что я должен уныло, блядь, с тобой ходить? Так все бы, в принципе, было уныло, понимаешь? Ну, может быть, человек считает, что должен стоять, надо мной повторение считать, и все. И ни слова. И жестко нельзя смотреть. Да. Кнут еще. Андрюха, а вот ты на тех подготовках, а ты когда-то проебывался? Вот, например, ты готовился к тому сезону, да, к дебюту, когда, если мы возьмем еще дебют. Вот ты себе отдавал отчет после стартов, что ты сделал все на 100%? Да я всегда к делу относился серьезно, потому что я говорю, у меня вот малейшая мелочь, когда что-то не по плану идет, там, я понимаю, что у меня не, что-то не по графику или еще что-то. Я человек, как и ты, я человек планирую, как и ты. Почему? Мне вот мы с тобой в этом сходимся, что я тоже люблю на будущее так все распланировать, стратегию какую-то выстроить, в голове картинки рисую. И я никогда там халатно не относился к делу. Если бы я к этому относился так, я бы, ну, не дошел бы. Не, ну, допустим, до там где-то, знаешь, нет, я батончиков подожрал. У меня контраст именно с тем, что у меня там, ну вот я про карту получил, у меня был отдых там 4 месяца, не тренировался. Потом там с Машей в отпуск ездили там несколько раз. Ну то есть когда мелко не было у нас, позволяли себе такой отдых. А сейчас у меня, знаешь, такое прям первое за всю карьеру осознанное такое же целеустремленное межсезонье. Где я вообще там, знаешь, ни шага влево, ни шага вправо, никаких отпусков, только зал, работа, семья, восстановление, все. Ничего лишь, ну, ничего меня вообще не отвлекало. Вот, вот yeah. Я именно с этим сравниваю, что у меня такого еще не было. Ну, понятно, там мелкое сейчас коллективы вносят, там, куда с ней поедешь. Да и мне сейчас, в принципе, ты сейчас никуда не до поедешь. Да, сейчас я не до этого. Ты сейчас только в Чехию полетишь, потом в Китай. Давай, поувереннее. Аж сам качнулся, да? Да. Я даже в моменте немножечко напрягся. Бля, если одобрят, если там будешь качаться, вы поедете, короче, в зал. Называется Олимпия. Ебейший зал. Это, наверное, Ярик, тебе огромный привет. Ну, там охуенный зал. Это одни из самых лучших залов, наверное, в которых я занимался. Он такой, у них там в Праге тренируются такие самые топовые чуваки. Профики есть? Да. Я к тому, что вот вы поедете в зал качаться. Очень крутые залы. Такие там очень классный свет, там очень крутое оборудование, хаммеровское. Вот, и он находится такой, знаешь, ну не то, что на отшибе. Ну там прям своя атмосфера, блядь, в таких залах так круто готовят. Mm-hmm. Поэтому там покачаешься. Очень надеюсь, что все таки будет. Я очень надеюсь. Знали? Сейчас сколько? Стараемся восьмерку, потом отдыхаем секунд 20. Еще 2 повторения выдаем, 7 же вес. Друг, сделай так, чтобы я не напрягался. Поехали. Один. Оп. Давай, 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 давай. Один. Давай, давай, давай. Эба. Thank you.
больше качает. Эмба. Ой. Ой. Ого, бля. Бодибилдинг пошел. Им даже нанотехнологии не помогут. Ой. Бля, Хьюстон, у нас проблемы. Один. Поехали. Давай, 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 давай. Вот как у тренера, короче, всегда, короче, настроение всегда поднимается, когда ты видишь, что типа все идет заебись. То есть и когда, например, в идеале, вот в моей идеальной картине мира, если за недели 3 до старта там сзади уже будет все прям очень красиво, я прям буду такой, ну вот мне будет спокойно, потому что ты понимаешь, что не надо ни о чем думать. И все вот идет по плану. Финальный. Сейчас хорошую восьмерку. Дышим. Еще два. Подъем. Давай, давай, давай. Больше пауз и хорошая амплитуда. Внизу хороший пауз. Поехали. Never.
Еще два, Андрей, держи темп. Один. Не бросай. Сейчас не бросай. Хорош. Еще. Давай два. Один. Максимально прогиб, да, прям плечи убираешь, здесь хорошую паузу. Не бросай только, дожимаем, дожимаем, дожимаем. Плавно. Хорошо. Шли. Держи, держи там. Полный опускай. Еще. Три. И один. Эх. Жди. Только сделал. Давай. Только сделал ведь. Свес поменьше. Также туда с паузами. Постарайся к 12. Сейчас твой хейтер напишет, вернее, твой подписчик. Который? Который сказал там что-то, что Андрюху, типа, что за тренер, который там не дает отдыхать? Типа, он тебя угробит, меняй тренера, угробит он тебя. Сейчас дожимай. Дожимай, 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 дожимай. Еще один. Сейчас отдохнем чуть побольше. Еще один подход сделаем хороший. Да, сейчас тебе сказать, 50 грамм углеводов, 2 часа кардио в день. Все. И то, я не думаю, что ты там вообще, блядь, окисишься. Да, ты будешь весить 95. И тебе будет хуево. И все. Ну, никуда оно не денется. Ну, понятно, при таком количестве углеводов это никуда не денется. При таком количестве углеводов, при там загрузке какой-то, при тренировочном объеме хорошем, достаточное количество белка, фармакологии, восстановления, все, куда, как можно спалить мясо? Надо быть, ебать, конкретным динозавром просто. Меня даже на вчерашний сторис Маша написала: Андрей хорош. Мария Андреевна, спасибо большое. Не, просто Маша у меня в теме, и она, если она оценивает, ну, значит, есть шансы. Значит, типа, все хорошо. Ну, она, потому что много видела. Глаз вот уже насмотрен. Она, например, там, ну, мы когда на Дубае Про были, вот у нее любимчик это Терренс Раффин. Она говорит, блин, вот это вот, блядь, пиздец. Вот это классика. И она вообще, она там приходит на Кубок Питера. Это тюбик, это тюбик, это тюбик, да. Так, первый, второй, третий. Так, ног нету. Третий коллаут. Ну, вот так сидит. Короче, надо Мария Андреевна быть экспертом. Экспертом или судьей. Надо, так ей стримить NPC. Надо. Ей стримить надо. Вместо Вити. Судья, NPC, кондитер. Миллиардер, филантроп. Да, да, да. Поехали. Разгонись.
Все, держи темп. 4. Еще. Еще сделаешь. Еще, еще. Еще. 1. Саня, смотри. Саня. Че, бля, я ничего не вижу. Мурашки. Мурашки. Аж мурашки, бля, покрылся, как кайфанул. Сейчас будет лютый контент. Пошел. О, хорош. Стоим. Чуть-чуть расправь. Двойник спереди. Пошел. Угу. Чуть опор. Грудь, бицепс сбоку. Все, ноги держи. Стоим. Сектор. Стоим. Жопу. Держим, держим, держим. Двойной сзади. Все, вот здесь собираем максимально бедра. Ягодицы. Вот эта нога чуть подсогнута, колено. Все. Лопатки. Пошел. Все, стоим, стоим. Стоим. Пресс, бедро. Сектор. На пресс. Стоим. Фронт. Классическая поза. Контроль живота и бедро. Пошел. Фронт. Расправляешься. Поворот направо. Трицепс прожал. Выдох. Взгляд вперед. Поворот направо. Собираешь бедра, вжимаешь лопатки, вытаскиваешь спину. Стоим. Чуть-чуть прогиб. Стоп. Подсогни. Поворот направо. Также прожал трицепс. И на хорошем выдохе. Стоим и встаем фронт. Сразу контроль сектора.
Ноги. Двойник спереди. Ноги держим. Живот собрал, пошел. Все, стоим. Отлично. Грудь бицепс сбоку. Ягодицы собрал, подсел, в левом колене чуть подсел. И на хорошем выдохе. Живот собран, плечо довернул. Во, стоим. Двойной сзади. Разворачиваешься, ягодицы, бицепсы, бедер. Прям вжимай, во, лопатки. Пошел. Вообще ягодицы. Стоим. Пресс бедро. Переход. Сразу. Сел на пресс. Фронт. Классическая поза. Фронт. Левая нога. Фронт. Хорош. Вот это уже, блядь, другое. Вот это уже, блядь, интересно. Реально интересно.